Величайшая святыня христианства в Старом Осколе. Мощи великомученика Георгия Победоносца привезли из греческого монастыря со святой горы Афон. Ковчег с десницей побывал уже во многих городах воинской славы, в том числе и в Белгороде. Оскольчане смогли прикоснуться к мощам святого в храме Рождества Христова. У храма выстроилась вереница людей, тысячи желающих прикоснуться к святыне. Православные смиренно ждали своей очереди. Когда с душой и сердцем стоишь возле храма, очереди не ощущается, не чувствуется. На небо посмотрели, смотрите, какой круг. Никогда мы такого не видели, да. Что-то такое, знак свыше. Мы очень рады. Ровная радуга обрамляла солнечный диск на чистом небе. Уникальное погодное явление вдохновило верующих еще больше. Люди, приложившиеся к деснице великомученика, выходили из храма, преисполненные благодатью. Как на небесах, как будто ангелы меня это держат, несут. И такое у меня благоухание в душе. Это огромный символ, как духовный, так и государственный. Я еще раз очень рад, что это все случилось. Кто потрудится, тот получает благодать. Мы стояли, молились, просили. Слава Богу за все. Прилажился. Там благодать очень красиво, хорошо было. Спасибо, Господи. Храм закрыл двери в полночь. Весь день нескончаемым потоком на поклон ковчегу с десницей святого Георгия Победоносца шли паломники. Из Старого Оскола мощи переправили в Краснодар. Григорий Миронов, Ольга Черная, Сергей Гриченко. Новости Мира Белогорья.